Привет, дорогие мои зрители, участницы СП «Больше, чем просто большая». Сегодня 5 апреля. Хочу принести вам свои извинения за то, что, так сказать, вас обманула немного. Обещала вам 1 числа сделать розыгрыш призов от наших прекрасных дизайнеров. К сожалению, я сейчас не могу, меня не запускают в ВК, чтобы показать девчонок наших дизайнеров. Хочу поблагодарить их за предоставленные призы, а именно схему каждой участницы, которая сейчас выйдет у нас. Итак, девчонки и мальчишки, участники СП «Больше, чем просто большая», все, кто оставил под данным видео СП комментарий «Хочу схему от дизайнера», сейчас ловите внимательно, кто же получит прекрасные призы. Хочу также напомнить, что есть у нас спонсор, у нас Astra, Надежда Ильина, Golden Rose, и Мария, Cross Stitch Love. Все ссылочки, как и здесь под этим видео, я вам оставлю в комментариях, в инфобоксе. И я желаю вам успеха. Давайте же посмотрим, кто у нас выиграет схемы. Мне бы надо было бы записать что-нибудь. И давайте сейчас я секундочку. Делаю запись. Кто же у нас будет какие схемы получать? Ну что, вы готовы? Я готова. Поехали. Итак, участница 234. У меня нет сейчас возможности заходить в ВК и выкладывать отчеты, но отшивы есть. Большая просьба не удалять мои работы, как будет возможность, все загружу. Это у нас Анжелика. Анжелика, если вдруг будешь смотреть это видео, если есть возможность участвовать в Фейсбуке, то, пожалуйста, можно работу перенести туда. Следующий, давайте попробуем, кто же у нас схему может выиграть. Так. Участвую. Елена Зеленская, да? Номер участницы не написала, и я сейчас не смогу, к сожалению, просмотреть. Поэтому, к сожалению, участвую, да, Леночка. И так, аватарка у меня знакомая. Ладно, давайте запишем Елена Зеленска. Да? Сейчас я перепишу ее на английском. Может быть, там будет как-то. Ссылка. Так, значит, участвую Надежду Ильину, да, Golden Rose. Так, я в комментариях отвечу. Значит, что надо будет сделать, Лена? Надо будет поставить, надо будет написать сообщение Надежде, номер участницы. И тогда я, можно ей написать, сказать, что я участница СП «Больше, чем просто большая», номер участницы, что я выиграла схему от Golden Rose. И все, там дальше вы обсудите. Также хочу всем девочкам сказать, что я не несу ответственность за распространение схем, но несете ее вы. Я не буду кого-то чему-то учить, просто повторю информацию. Девочки, схемы, которые вы купили, которые вы подарили, если вы схему подарили, вы должны ее удалить у себя. Если же вы купили схему и не собираетесь ее вышивать, ничего страшного, вы имеете право ее подарить. Но, пожалуйста, позаботьтесь о том, лучше проговорите лишний раз, что данная схема не должна быть выложена куда-то в интернет для того, чтобы ее там, мягко говоря, растащили все желающие. Даже с учетом теперешней ситуации между двух стран, мы знаем, что мы очень плотно и хорошо брали схемы у разных дизайнеров. Я очень прошу вас настоятельно, эмоции в сторону, ваши схемы – это ваши схемы. Давайте будем уважать работу
просто человека, вне зависимости от того, в какой стране он живет, чего он там либо придерживается. Прошу вас, давайте не ломать хотя бы это, оставив уважение друг к другу. Хорошо? Мы идем дальше. Следующая наша участница. Люблю пересматривать растущие работы. Спасибо большое, что это делаешь, особенно в такие времена. Хотел попробовать схему. Открой Stitch Love. Мой номер 268. 268-я участница. Это у нас Мария. Я себе Марию запишу покороче. Поздравляю, 268 номер участницы. Надо будет написать личное сообщение. Конкретно можно зайти на Cross-Stitch Love в группу ВК. И там в личных сообщениях написать дизайнеру. Я ее предупрежу. И выбрать схемы. И как все будет происходить дальше. Тоже вы все обсудите между собой. Также хочу сказать, что никакие личные помощники, еще кто-то что-то вам будет писать. Нет, девочки, никаких лишних людей нету. Есть вы и дизайнер. Прошу обратить на это внимание. Никаких денег за участие в розыгрыше схем тоже никто не берет. Если вдруг вы что-то хотите другое, все это вы можете обсуждать с дизайнером. Пожалуйста. Хорошо? Следующая наша участница. Так, Вита, код суровый. Юля, а номер у меня будет тоже или новый присвоишь? Так, работы две, по схеме хочу Марии. Ну все, Вита, Мария уже ушла. Схема. Наверное, уже в следующий раз, уже вот за март месяц у нас будет сейчас отчет. Я постараюсь это все сделать на днях. Девочки, признаюсь честно, хочу словить настроение. Хочу словить настроение и четко на позитиве провести, как и положено, как вы заслуживаете. Все. Все заслуживают. Слышать счастливую Юлю Неминскую. Юлю, которая радуется вашим продвижением и все такое. Поэтому чуть-чуть торможу, что называется. Мы идем дальше. Так, тоже Вита еще раз хотела, но, к сожалению, нет. Уже отдана эта схема. Вера, номер 78, пишет, что Юля, огромная благодарность за отчет в такое непростое время. Участвую в розыгрыше, хочу схему любого дизайнера. Вера, я тебе вот честно скажу, что тебе особенно повезло, потому что у тебя будет Астра. Прекрасный дизайнер, прекрасные работы. Все это, девочки и мальчики, вы можете увидеть в группах наших девчонок. Это прекрасные дизайнеры, у которых есть уже, ну, не миллион, но где-то очень близко, скажем так. Хочется верить в лучшее, как говорится, да, и пожелать лучшее нашим прекрасным спонсорам, дизайнерам, что у них очень-очень много отшивов всяких работ. А есть схемы, на которых еще, может быть, и нет отшивов. Не знаю, как вам, но я раньше очень любила, чтобы вышивать что-то, что еще до меня не вышивалось. Ну, поскольку я раньше фанатела от химеры. Ну, что значит я фанатела? Просто так сложилось. Так вот, я всегда предпочитала выбирать схемы, отшивов которых не было еще в альбоме. Не потому что, чтобы пополнить для химеры альбом, а для себя иметь что-то, чего пока еще нету у других. Ну, надеюсь, что у вас чуть-чуть другое мнение. Спасибо вам большое за то, что вы продолжаете участие в СП «Больше, чем просто большая». Новые участники, пожалуйста, приходите, не стесняйтесь. Мы рады всем. Также хочу напомнить, что наша СП проходит в
в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке. Все, кто желает, пожалуйста, все очень просто. Ссылочки в инфобоксе. Вы заходите, загружаете превью и поехали. С вас только 2000 стежков на вашей работе. Хочу обратить внимание, что мы вышиваем нитками, крестиком, полукрестиком, а также у нас могут присутствовать работы полной бисерной зашивки или просто большой зашивки, но там надо посчитать, сколько же будет все-таки этих бисеринок. Напомню, что должно быть не меньше, чем 72 500. Ну что же, вы знаете, вот пока записывала вам видео, даже настроение поднялось, потому что я вас люблю. Я думаю, что для вас это не открытие, но я редко вам об этом говорю, возможно. Не знаю, буду ли я делать это чаще, но вот так вот, как есть, девчонки и мальчишки. Спасибо еще раз большое за участие. Хочу поблагодарить Женю. Спасибо тебе большое, что ты помогаешь мне. Девчоночки, до новых встреч. Всем пока.